Билан, блядь! Слушай меня внимательно! Билан, блядь! Почему все говорят «почему», когда правильно говорить «почем»? Билан, блядь! Куда пропали у моего кота бубенчики? А? Это я еще культурно выражаюсь. Как ему теперь стать отцом, а? Может, они у тебя на приборной панели вместо кубиков болтаются? Слышь меня! Билан, а че чемпионат мира-то прошел уже 3 года назад, а кепки еще не продали, а? Все из-за тебя. Это я еще нормально с тобой разговариваю. Билан! Почему в Африке так холодно? Билан! Почему меня комары кусают? Билан, блядь! Чего суп холодный? Почему я резко встаю, у меня голова кружится? Билан, что происходит? Земля круглая, посмотри, горит земля, под тобой горит земля. Ты смотри, что происходит. Билан, это ты виноват. Это все из-за тебя, Билан. Слушай сюда, Билан. Я буду разговаривать с тобой вежливо, деликатно. Ладно, эти QR-коды и невыносимая температура в Москве. Но то, что распалась группа Daft Punk, я тебе никогда не прощу. Ты меня понял, Билан? Это ты во всем виноват. Слышишь меня, Билан? Билан, блин. Вчера выпила медовую водку. Сегодня проснулась, а у меня похмелье. Вот я тебя вежливо спрашиваю. Почему у меня похмелье, а? Билан, что ты себе позволяешь вообще? Ветер из-за тебя такой. Вообще, сдувает вообще. Невозможно отдыхать просто. Билан, почему в Москве так жарко?